Три, два, один, поехали! Масштабным шоу отметили День космонавтики в парке Толстого. Сотни химчан запустили виртуальную ракету в небо, ту самую «Восток», на которой Юрий Гагарин впервые отправился в космос. Здесь центр управления полетом максимально прост. Приложение «Химки-80» для смартфона. Его разработали по заказу администрации городского округа. Работает легко. Скачать, сканировать код, навести камеру на колесо обозрения, и виртуальная ракета готова к полету. Это первый подарок всем жителям к 80-летию Химок. Химки – это космос. Химки – это город космонавтики. Химки – это космос. А почему? Почему? Ну, потому что он замечательный, он молодежный, он веселый. Детям в нем интересно. Подарок символичный. Химки и космическая отрасль – синонимы. Здесь делают двигатели на НПО «Энергомаш», собирают разгонные блоки на НПО имени Лавочкина и разрабатывают зенитные управляемые ракеты на МКБ «Факел». Теперь к истории присоединиться может каждый желающий. Приложение «Химки-80» бесплатное и работает на всех мобильных устройствах.